Кому сейчас поэзия нужна? Рифмуется легко любовь с морковью. Все громче сиплый голос суесловия и мельче красноречий глубина. В эпохе разума настала темнота, и кажется, что слову нет дыхания. Стихи постигло время увядания, а строк витиеватость — пустота. Но как быть с теми, в ком душа поет, чьи мысли бойко рвутся в рифмы строчек, с еще живыми, чей сердечный почерк врезается в бумажный переплет? Дрожит рука, но голос юн и тверд, и выверен удар строкой, как сталью. Реальность и фантазия за гранью, но автор за свое творение горд. Стихия мыслей пламенных жива, она вне моды, вечно молодая, и новой рифмой душу обнимая, уносит в мир мечты и волшебства. Кому сейчас поэзия нужна? Поверьте многим, тем, кто дышит словом, кто восхищен, мятежен и взволнован. Поэзия в сердцах цвести должна. Твори, седой поэт, твори, юнец, вручай себя наследием печатным тому, кто за стихией многократно во след пойдет, поправ ее конец.